2 месяцев будет достаточно, чтобы Государственное бюро военной юстиции заработало в Украине. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиус во время встречи с юристами Министерства обороны США. Американские гости приехали в Киев для обмена правовым опытом в создании бюро. Анатолий Матиус подчеркнул, что оно не требует отдельного финансирования и будет работать в рамках военной прокуратуры. Прокурор надеется, что осенью нардепы проголосуют за предложенный законопроект. Главная функция бюро не столько контроль за военными, сколько защита их интересов и прав. Створення державного бюро військової юстиції повинно забезпечити такої системи захисту і контролю за військовослужбовцями, коли буде справедливе розслідування, справедливий захист соціальних їх гарантії, які надає держава, опіка над їхніми родинами, а за потреби, коли воїн оступився, справедливий, незаангажований український суд.